На выездной коллегии управления спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета рассматривались три вопроса. О ходе выполнения прогнозных показателей социально-экономической организации отрасли и заданий в первом квартале 2016 года, о работе районных физкультурно-спортивных клубов по работе с населением и состоянии производственного и спортивного травматизма. Каждый из вопросов требовал в первую очередь отчета о проделанной работе и анализа ситуации на предмет максимально возможного использования ресурсов. В марте представители охотничьих угодий приняли участие в специализированных выставках, проводимых в Москве, Минске и Италии. В марте-апреле представители области провели презентацию турпотенциала и туруслуг в городах Будапешт, Венгрия, Москва, Россия, Лука, Италия, провинция Дзянсу, Китай. В настоящее время совместно с управлением облисполкома ведется подготовка к ежегодной Гомельской ярмарке туристических услуг «Экспотур», проводимой в рамках международной универсальной выставки ярмарки «Весна в Гомеле», рекламно-информационного тура для представителей средств массовой информации, субъектов туристической индустрии, дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных государств. В данных мероприятиях ожидается участие представителей из регионов Российской Федерации, Украины, Литвы, Польши, Словакии, Германии, Италии, Израиля, Китая и Казахстана. Не глядя на выполнение поставленных задач, Управление спорта и туризма Гомельского облисполкома и подведомственные организации не собираются останавливаться на достигнутом результате. Намечены новые рубежи, и, несомненно, они будут покорены. Хотя тому же физкультурно-спортивному клубу «Урожай» Мозырского района придется изрядно постараться, чтобы выполнить план по оказанию платных услуг, ведь у нашего клуба нет своей базы. Но по опыту работы с председателем ФСК «Урожай» Анатолием Алексеевичем Шепелевичем знаем, что у него нет невыполнимых задач. Впрочем, разве в белорусском спорте, туризме и физкультуре может быть иначе?